Приветствую вас, и поначалу мужчину, безусловно, нужно в любом случае поддерживать. Если он настолько в себе не уверен, что говорит, что он плохой, что он вас недостоин и прочее, то однозначно ему нужна поддержка и хотя бы поддержка дружеская, хотя бы поддержка человека, который, ну, относится к нему просто искренне, просто как к хорошему другу, к хорошему знакомому и так далее. Вот это будет такая своего рода основа для вас. А вот что касается будущего, что касается отношений в будущем, то вот здесь, конечно, нужно подумать. Дело в том, что поддержка мужчине нужна в двух случаях. В первом, если он, как бы сказать, специально набивает себе цену, специально привлекает вас к себе таким образом. И если он действительно так считает. Но речь идет не о умышленном обмане. Речь идет скорее о неосознанном стремлении к себе, привлечь к себе внимание. То есть добросовестно такое заблуждение. И при наличии поддержки вы увидите, как мужчина реагирует на то, что в него кто-то верит. Вот вы в него верите, он на это реагирует. Отреагирует как-то. И если он, поверив в себя, начнет стремиться быть лучше, стараться быть лучше ради вас хотя бы, то, безусловно, такого мужчину нужно поощрять, с ним сближаться и, в общем-то, вступать в близкие отношения. Если вы увидите, что мужчина только ждет от вас поддержки, только ждет от вас, значит, собственно говоря, обратной связи, но сам при этом ничего не дает, не собирается давать, то в этом случае, безусловно, конечно, встречаться с ним не стоит. Потому что такие отношения вы будете тащить на себе. И ваши интересы мужчину учитывать во втором случае не будет. Потому что для него важен он сам. Как и для любого мечтателя и так далее. И тут уже вам надо задать себе вопрос. Готовы ли вы жертвовать своими интересами ради другого человека? Если да, то хорошо, ладно. Если нет, значит, вам это не подходит. И вести себя тогда с ним нужно, опять-таки, как друг. И суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод. Сейчас, на данный момент, желательно прощупать почву для того, чтобы уяснить для себя, что представляет из себя человек, как он, собственно говоря, себя позиционирует. Устроит вас то, как он себя позиционирует, будете сближаться, не устроит, не будет. Но, как бы фоном, обязательным условием для общения всегда в данном случае выступает поддержка. Ваша поддержка мужчины. И вот то, как он будет реагировать на это, и определить дальнейшие ваши отношения. Потому что если вы поступите сейчас так, что не будете его поддерживать, а просто вот, как в любом другом случае, скажете мужчине, что вот тебе нужно, да, со мной отношения, вот ты типа меня добивайся. Это будет не очень здорово, потому что мужчину с таким характером это может оттолкнуть. Это может вогнать в еще большую депрессию, так скажем. И потому, чтобы выглядеть вам максимально выгодно,
максимально позитивно, максимально адекватно, вежливо и обходительно, в любом случае оказывает ему поддержку. Естественно, по-сильному. То есть, так, чтобы вы не делали это во вред себе. И посмотрите, как мужчина на это отреагирует. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, пожалуйста, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше, пожалуйста. Буду вам благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего доброго.